Предупрежден, значит вооружен. Ежедневно сотрудники государственного пожарного надзора проводят рейды по окрестностям Биробиджана. Главное внимание частному сектору. Местным жителям выдают памятки, составляют протоколы. Такая работа позволяет заблаговременно устранить недостатки и во всеоружии встретить начало пожароопасного сезона. Сотрудники МЧС предупреждают граждан о необходимости убирать сухую траву и не захламлять двор и прилегающую территорию досками. Угроза пожара в ветреную погоду сегодня крайне высока. Так, недавно огонь едва не уничтожил деревянные строения в селе Птичник. 1 числа у нас был пожар в селе Птичник. Горела сухая трава. Земельный участок, прилегающий к пустырям, не был очищен от сухой травы. Огонь распространился по этой траве на сам участок, а затем на строение во дворе. Рейд МЧС проводился в частном секторе в районе переулка Путейский. Кстати, беспечность местных домовладельцев уже сыграла с ними злую шутку. Часть домов в поселке Новый сгорела. В обследовании окрестностей Биробиджана принимают участие полицейские и представители муниципалитета. Последние обращают внимание на несанкционированные свалки, что тоже создает условия для возникновения возгораний. Собственники частных домовладений обязаны самостоятельно обеспечить вывоз твердых бытовых отходов либо заключить договор со специализированным предприятием.